что-то... А, кольца вставлены на поиск предметов, хорошо. Типа, если, конечно же... Ясно. Я думал, у него эти. А это люди. С обеда, наверное, на работу спешит. Может, в столовой далеко или очень сильно работяга. Короче, прям, знаешь, доедает на ходу. Ясно, понятно. Давайте сделаем вот как. Ага, потом вот так. Я куда же? Чё бы нет. Они просто взяли меня и столкнули. Ладно, давайте просто вперед. Ебать! 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 Нихера себе! Смотри, тестируем функцию. Функцию призыва Виверна. Виверна, дракон, ебаный рот, сюда подошла, быстро! Ха-ха! И сюда! Бля, не летит. Нихуя длинная палка. Летит, блядь! Жги! Жги! Хорошечно полетела. Ему досталось. А я живой, кстати. Ха-ха-ха! Бля, красный и синий. Сверху белый, смотри. Оси. А я типа попозже к вам приду и убую. Сука. Ладно, я красивый, молодой, только старый и... Больной. И кривой. Ага, рифма. Смешно, блядь. Смешно просто обосраться. Да будет так. Коснись демона внутри меня. Можно было сказать просто старый и седой. А пусть эти там лучшие души станут твоими. А ты как к тебе внутрь попадало. Ну, смешно. А летит. Ебаная курица. Давай сюда по одному, сучка. Походи по одному, давай. Давай, собаки ебаные. Ага. Да, блядь, может, ударишь ты их сегодня или нет? Чё за хуйня-то? Да какой огонь? Да какой огонь? Да палкой маши, ебаные чебуши. Так, а здесь чистенько, кстати говоря, спокойно. Стою здесь. Бля, убьет сейчас. Прятаться за деревянной каретой. Серьезно, я прятался, думал, что как бы там, ну, типа, небольшой козырек как-то меня спасет. А меня никак не спасло. И получился ебаный шашлык. Да. Ясно, давай так. Да как, блядь, да иди ты нахуй, ебучий, сука, говно. Блядь, иди нахуй, игра, понятно тебе, нет? Заебала ты мне все в быстрый доступ ставить, тварина, блядь. Как же заебала эта хуйня? Чем проблема взять и убрать? Ты что-то охуительное, блядь, ты что-то классное. Ну, пиздец, блядь. Во, нормально. Так, на ящике что-то ездит. Это светлый камень, а что такое? Нихуя себе. Понятно. Серьезно? Ладно, понял. Хорошо, мне здесь не рады. Тихо, пацаны, спокойно. Пацаны, спокойно, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пацаны. Ну, пацаны, до чего мы докатились, пацаны? До чего, пацаны, мы с вами дошли, блядь? Хуярим друг друга. За что, пацаны, серьезно? Ладно, а чего, собственно, не агриться стали, пацаны? Я же вам ничего не делал. А, вот это агриться, окей, это ладно. Так, пойдем сюда, пойдем. Пойдем, кое-что покажу, пошли. У меня тут есть что посмотреть. Интересно, блядь, я прям не могу. Пошли быстрее. Блядь, ты можешь быстрее передвигаться, пожалуйста. Мне для тебя сюрприз, серьезно. А вот так это ардаться, ага. Поближе, пошли, давай. И раз. Блядь. Иди ты нахуй. Так, ладно. Ой, а что там торчит? Что за антенна? Что там связывается? Алло? Да. Алло, прием. Да-да. Ты ошибся номером, друг. А, ясно, понятно. Узников, терзаемых чудовищными стражами. Вот это я локацию, по-моему, помню. Павло. А у меня, кстати, нет денег на траву. Я, бля, пытаюсь подраться с микрофоном. Ты? Да. Шел 10-й час стрима. Настя быкует на микрофон. Или микрофон быкует на Настю. Я уже не уверена. А, народ там. Пух, приехали нахуй, не в чего играть. Ой, в смысле, не в чего играть. Хватит большой, дьявол, блядь. Нихуя. Бля, пойдешь на прюшку, дьявол. Да, повнимательнее, посмотри на меня. Нет, так ты похож на паука, сделай, чтобы красиво было. О, держи. Хорошо. Мне нужна экспрессия, дай больше огня. Дай, скажи, о, сука, молодец. Сука. Ой, блядь. Ох, нихуя ж себе! Да как это работает? Почему? Проскакивает между камней, которые, сука, и меня должны защищать. Вот, блядь, если вот... А вот здесь будет стоять, он же не оглохнет, то потому что звук и огонь-то должен расходиться, нет по сторонам-то. Ебах хоть, а ничего себе. Сет какой классный. Быстрее, блядь! Валим, все, ну ладно, добегаю уже. Не добегаю. Не добежал. Не добегаю. Ты умер, сдох! Давай, пока! Падай, сука, падай! Не понял, что живой? Ебут твою мать. Ясно. Так. Как это работает? Она начинает шалить. Бесоёбушка! Жепу прижала её. Ай, жепа кошиная.
Да откройся, ёбаный рот! А что, я к тебе со всей душой, а ты закрыт. Дурак. Ну, опять вертуха, ну. Опять вертуха, блин. Это ладно. Вильдер Джанана! Огненный! Куда ты покатился? Долбоёбище! Ой, блядь, какой же, сука, дебил! Куда он, блядь, покатил? Куда я переместился? Куда он покатился, блядь? Камень бесплотный газ. Хорошо, это у нас камень. Я же говорю, что это будет вкусно смотреть. Ну, пока не требуется, потому что я и так в ней. Я это же бью боссов, не проигрываю совершенно, поэтому, как бы, мне эти камни абсолютно не нужны. A few moments later. Блин! Ну ты чё? А, его убили. Ебать! Да почему? Какого хуя-то? Сейчас нужно просто как-то быстро прощемать вперед. Вообще похуй. Тот бивна эту ебаный шашлык. Ага. Но я надеюсь, пацаны сюда не дойдут. Oh, бля, дошел, пацан! Как ты, сука, досюда дошел? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ну как же так-то? Дойдешь ты нахуй, слышишь ты? Гарь жопная. Ебать! Ебать! Ну, а что началось? А что, собственно, началось-то? Скажи мне, пожалуйста, рыцарь, ты ебаный. Хватит, блядь! Вы что так сильно бьете-то, ебаный же в рот? Вы зачем так сильно бьете? Один удар, пол хп. Это, блядь, что за сила у вас такая лошадиная? Это Demon Souls. Иди ты нахуй еще в меня своей стрелой соваться, блядь. Столько пиздотни в одной серии. Мне сколько раз меня за сегодня, блядь, убили раз больше, чем, блядь, за всю на этого игру, наверное. Просто потому что какая-то хуйня творится полнейшая. Ну-ка включу кондёр, блядь. Нет, выключу. Он включен был? Что так жарко тогда, блядь? Что так горит тогда на? Иди сюда. Ну да, блядь! Что? Как это работает-то? Он же снес мне вот столько, а потом хуяк у меня уже вот столько осталось. Я, блядь, не могу уже, серьезно. Что за пиздец-то? Спокойно, спокойно. Укатился? Так, это что? Нет, умер. Сейчас происходит? Или что, я не понимаю? Это что это? Ну, главное, что мы здесь научились проходить вообще без потерь совершенно абсолютно. Тупо сначала здесь, потом треугольничек, второй треугольничек. Это же... Не научились. Уже сама игра говорит, оставь этот мир. Туши свою жопу и возвращайся. Уровень души вытянут, в смысле? Что значит уровень души? Мне минус уровень сделали сейчас или что? Так, секунду, мне чисто ради интереса, я сейчас включу, посмотрю конец прошлой серии. Сейчас пробую. 46-й! Он на туре уровень. Что? Он спиздил у меня уровень. Какие? Чё? Блядь, педрила ебаная, какой уровень ты у меня забрал? Это что за хуйня? Ай, блядь, вы чё? Прикольно. Ты чё-то, а, нет. Нихуя прикольного, ты его можешь не проходить хуй знает сколько, и он тебе все уровни высосет? И ты даже оружием пользоваться своим не сможешь. Это что за пиздец? Все ясно. Это что-то висит. Бляха, жену повесили, что ли? Я не буду ему говорить об этом. А, подожди, какую жену? Тут его тело-то. Ну, я не знаю, может, он женат на себе. Так, а что такое написано? Привет. Минус. Минус, окей, байтит на внимание, так не нужно делать. Там ничего интересного нет, просто лишнее время у меня занимает. Ну, так, ну, сколько, что значит привет? Здравствуй, блядь. Ну, я не пишу на каждом шагу привет. Что она сказала? Что? Сама такая, слышь, иди сюда. 100% от физического урона. Так, направо смотри. Ой, спасибо. Да что ж такое-то сегодня? На, похвала тоже тебе вообще не жал. Ты знаешь, вот, типа, ну, если совет хороший, чего ж не поставить? Чего ж не поставить? Ты вот знаешь, это как вот это вот. Вот ты смотришь видео. Смотри сейчас профессиональный байт. Сейчас байт, смотри профессиональный байт. Вот ты смотришь видео, а лайк не ставишь. А что тебе мешает посмотреть видео и поставить лайк? Байт профессиональный. Ты победил ебаного огромного демона. Почему тебе не дают души? Это я сам себя спрашиваю. А хуй его знает? Ой. Ты бы, блядь, еще в помойку спрятался, нахуй, чтоб только верхушка капюшона там висела от тебя. Ты дурак совсем сидишь непонятно где. Полагаю, ты понимаешь. Ну, понимаю, да, что тебя хуй найдешь в этой игре. Тихо-т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 ихо
говорил, не уёбище, блядь, старое! А чё, так можно, что ли? Да куда ты, блядь, бьёшь, да? Он просто говорил, потому что в кишках всяких в темноте легко свалиться, это бесящая хрень.
Да, но это не то, не тот, не то, что играл. Это другая игра. Я знаю, что это другая игра. Я принцип-то тот же. Ну да, да. Палку в руки возьми! Палку! Я же нажал поменять меч на ебучую палку! Спокойно, так, не надо сейчас звонить. Не надо у меня ПВП это, блядь, про... Так, блядь, какой звонок-то сейчас? Не надо! Не надо мне сейчас, блядь, звонить, пожалуйста. Ты видишь, что происходит? Нет, товарищ. Ты видишь, что происходит или нет? Меня бьют, блядь, 18-я смерть за начало серии. Ебать, вы чё? Если тебе нужна скорость души к свету, можешь идти дальше. Вполне себе адекватное предложение составлено правильно по всем правилам. Так, ебать! Аккуратно, уходим. Блять, нет. Тихо. Ну, конечно. А что так сложно-то? А? Чё, сука, спрашиваешь? Спокойно. Сдохла, нет? Блять, она сейчас ещё не... Что? Ебать, какие через стены. Я за столбом все время от тебя прятался. Все время прятался за столбом. Ты чего, блять? Богануло, вот, наверное. Скажи мне, это не правильно, что за бред, блять? Возможно, через стены ебёт просто. Ага. Ебать. Обосраться. Так, это не смешно. Саш, такой, я больше не хочу покупать Demon's Souls, да? Так, белый туман не похож на... Я все жду на него скидку. Босса уже хорошо. А с другой стороны, если и босс, ну и что дальше, блядь? Ну и что дальше это будет? Я! Нет! Я сначала подумал, это красный фантом, потом смотрю, на смерть нажал, а потом мне прилетает, ебать прикол. Вот это я сейчас охуел, что меня, блядь, запись чьей-то смерти убила, блядь, серьезно? Тут полный суповой набор, я понял, блядь. А, здорово. Не надо, нахуй, я ухожу, спокойно. Не ушел. У этого вечно было. Оливьешечка из пиздюлей называется. И то, и сё, и туда, и сюда. Сейчас бы еще майонеза подлить, нахуй, чтобы не так больно было. Да господи, хватит сегодня про оливье. Ну хорошо, сейчас показываю мастер-класс по быстрому пробеганию всей этой хуйни. А вот не стоит быстро пробегать. Отъебись от меня, колобок, блядь! Бери их всех аккуратно и убивай. Хуя, спокойно. Стреляй, падла. Чё не стреляешь-то, блядь? Нахуй ты ко мне идёшь-то? Зачем ты, блядь, ко мне идёшь? Стреляй, мразь! Ты чё, ебанутый, блядь? На, сука, наказал. Но это всё, это ГГ, блядь. Какой же пиздец, это не локация, это хуитый кусок. Вот так, а теперь пойдём. Спокойно, живём. И живём! Пиздец, 50 минут мы топчемся, нахуй, на одном месте и получаем просто знатных пиздюлей. Ой, короче. Так, давайте сначала с этим разберемся, чтобы она сзади меня не зашла. Привет. Ебать! Две ебаки, оказывается. Просто тогда, видимо, вторая не успевала прийти. Видимо, она специально вылазит сзади, когда ты на середину выходишь. Я пошел к ней, чтобы она мне сзади не зашла, а в итоге, блядь, ну да. Ой, успел укатиться, я ебу, вот это, блядь, да! Да как так-то? Да нет! Ну нет! Да пидорясина ты, кусок ебучий! Как бы он уже... Я уже и понял его прикол. Не нужно после рубящей, прыгающей атаки стараться от него уворачиваться, нужно убегать. Кто-то попал в это. У кого-то жесткий тильт, походу. Раз обычные мобы его трахнули. О, скотина какая-то летает. Скотина от скат. Просто когда тебя на повторных прохождениях после смерти начинают убивать самые простые моды, это значит, что пора остановиться и сделать перерыв. Я тебя опять думал в меня. Я уехал, меня после того раза, когда меня просто въебали, я их уже боюсь. Да он не сильно, он будет, блядь, еле-еле, ох, нихуя. Вау! Нахрена все гули на голову надел? Смысле все сразу, да, блядь? Ебать, это что сейчас было, нахуй? Почему все сразу, да, блядь? Пизда. Это шлем такой ебанутый. Печально, беда. А я в курсе. Ну, блядь, ну ты серьезно, что ли? Ну, блядское говно, ну ёб твою же шмать, ну как же это так делается вообще? Ой, блядь. Я не понимаю, то ли шапка с меня спадает, то ли мне такое просто ощущение и чувство, но у меня есть помпон и... Интересно, он ее уже прошел? Я не понимаю, она то ли слазит, то ли нет. Если слазит, то она упадет в конце концов. Будет падение шапки. Вот и было падение шапки. Спасибо за просмотр, надеюсь, понравилось и было интересно. До скорой встречи. Пока.